Бой кувалды, отбойного молотка, пронзительный визг болгарки и вовсю работающий трактор. Эти звуки для жителей Субсесского сельского округа как музыка. Работают и в будни, и в выходные. Укладывают тротуар протяженностью 830 метров. Для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, ступени и разъездные площадки. Позже сюда постелят тактильную плитку специально для колясок и установят перила. Предусмотрена система водоотвода с проезжей части через водоприемные лотки. Сейчас стали за дорогой смотреть. Ремонтировать получше. Раньше латки налепят и все. А сейчас вот более улучшили дорогу. По обочине много лет ходили, прижимались. Эта дорога – единственная связывающая город Гайкадзорский и Субсесский сельский округ напрямую. Транспортный поток всегда большой. Большое спасибо за будущую работу. Очень вам благодарны, в том числе и сотрудникам, которые делают эту работу. Тем более сейчас, когда началась большая стройка, вы сами посмотрите, сколько проходит машин, не то что за час, за 5 минут. И дети, которые ходят в школу, и старики, в магазин. Еще раз большое спасибо. Работы по благоустройству и ремонту дорог в Анапе и сельских округах продолжатся. В первую очередь отрабатываются заявки и пожелания анапчан. Ремонтируются те дороги, которые больше всего нуждаются в ремонте. Это целенаправленная работа администрации под непосредственным контролем главы города. Составить реестр для себя, чтобы мы имели понимание, что это за дороги, ширина, длина, сколько домов, в каком она состоянии. Если у нас завтра по решению главы города или администрации края мы входим в ту или иную программу софинансирования, и нам предлагают 50, 100 миллионов, неважно, то мы должны быть уже готовы выйти с предложением, где, в каком сельском округе или какие улицы города будут в первую очередь отремонтированы. Я предлагаю попросить наш отдел писем, начать с заявлений и обращений граждан по всем территориям. И, в общем-то, я понимаю, что это работа не одного дня, но до конца года, я думаю, мы с ней справимся. А пока этот участок дороги ремонтируют под ключ с учетом всех существующих требований.